звезду убьют, оно появляется. Да, на месте звезды вспыхивающей появляется. Вам поэтому и говорят отбежать оттуда. Я там-то от передовые, говоришь, портал забежать. Они все сдохли почему? Не забежали в черную хуйню, что ли, или что? Да. Чё, то есть вот в этот портал, который на месте звезды и надо было забежать, когда ты сказал? Да, да, да. Черная лужа, как на Личе ловушка, знаешь, 25 Гер? Да, конечно. Ну вот, в нее надо забежать. Просто я его искал глазами, я его не нашел, поэтому и мне такое произошло. Эпик Бокс, ты куда? Надо его прям видеть, да, все порталы, все комнаты надо видеть. Баф раздаем по рейду. Ханту, руби дух. Еще раз объясняю. Смотрите внимательно за Карой. Кара — это такая маленькая лужица, светящаяся под вами. Или рядом с вами. Вы просто отходите от нее. И все. Она взорвалась, вы возвращаетесь обратно. Можете на месте стоять. Дундон Изи, когда убивают звезды, вы отходите от этих звезд, потому что после них появляется темный портал. Воронка это. Будете стоять там, вас засосет. Повезет, если вы выйдете раньше. А если вас затянет туда перед Суровым, и вы выйдете во время Сурового, когда он уже ударит, вы просто умрете. Вам там ничего не поможет. Чё, чекай, да гоу. Макс, зачем? Короче, Рома один побиваешь. Дурында. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. МДЦ подбивай, как хочешь. Исповеди. Вечно все бейте. От печеньки отошли. Кару. Мили, аккуратно. Вернулись обратно. От печеньки отойдите. Смотрите, внимательно, появилась лужа. Портал. От кары убегать будете, не зайдите туда. Или кара, отошли быстрее. Обратно сейчас звезда умрет. Забирай, 400. Боссом этого портала стоит. Милики отошли. Под боссом. Кара, отошли, милики. Чуть-чуть. Подошли все к этим порталам. Заходим. Зачем вы уже забегаете? А сейчас забегать надо. Заходим. К стенке все подошли. Красота. Убрал нас, забегаете. Под конец коста нужно. Надо в середине коста забегать. Не путай. Ну я под конец забегал. Дайте совершенно зайдите. Сейчас. Прогнитесь так. Блин, сейчас будет там какая-то миликара. Хилы вы, почему спите? БР дайте. И блин. Не хочу умирать.
проказник, зачем ты толчишь? Вы не смотрите, у кого в таргете босс? Давайте умирать быстрее, не тяните. Смотри, Герги, ты это, боишься, да? Он, короче, во-первых, он мало хилит, видимо, теряется, может, тактики не знает. Ты не волнуйся, поставь на меня метку, пусть рядом бегает. И он еще умер у нас, мы сразу минус один ршан. Да, он изначально мало хилит. Бегает рядом со мной. Так, а чё у нас? Куда шаман делся? Он упал, упал он. Нет, я ещё был шаман. Бегнул. Эпик Элемом был. И где он? Ну, он офнулся, он ушёл, ему уходить надо. Супер. Это Зимхан, ты пик бокса. А мне деревья нет? Раньше другой мальчик играл, а сейчас максимум даже. Я сейчас посмотрю, сколько у меня звезды на дамаже были. Немного я там пыхтела, вся кряхтела, рейд просел, а на мне куча звезд. Двое созвездий. Сначала 18 тысяч мне хлопнуло, а потом 11 следом. Так, ну с Карой вроде разобрались. Еще раз. Суровый удар, начинается каст. На середине каста вы должны стоять уже вот у этих темных портальчиков и запрыгивать в них. Но не просто в него запрыгнуть и встать как истукан, а внутри него побегать, чтобы вас реально закинуло туда. Такая херня бывает в комнате на Алгалоне, потому что тоже стоят внутри и начинают тыкать этот портал, шестеренку вот эту. Надо внутри чуть-чуть побегать. Просто тыкаешь и тебя закидывает. Выкидывает, точнее, из комнаты. Профи, кто пил этих. Да мне кажется, все пили. Ужас. Вы же тоже бегаете это. Не просто стоите на месте и это. Единичку жмякаете. То же самое, зашли в него и. Просто внутри вот этого портала побегали, и вас тут же закинет. Это цирк, или тут такое бывает? Давай, Юль, заходи. Лок, шкаф поставь, присом антилока. Кенджи, что-то знакомое. Добавьте лока. Берги, где ты есть? Хватит линковать. К боссу подойди. Бафьте этого лока и шамана. Кто готов, заходите в комнату. Вы линкуете. Вот вам с последнего трая. Mm-hmm.
Чек на пол. Чего ворка забьет? Вот вы опять стоите все в одной куче. Ну и тут 4 человека стоит, 5. Расситесь как-то. Да что там у вас? Цифры что ли от руки набирают? Кокс, Кенджи. Тут. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Я распыла бурсы отдали. Сразу отходите и сидите рядом с вами с маленьким ХПК, или РДД. Кара упала, встали обратно. Кара мили. Аккуратно. Все портал появится. Забирай. Держи это. Съезди на себе. Ладно, я заберу. Хранили. Готовимся с суровой. Поближе к порталам темным стали, только внутрь не забегайте. Заходим. Внутри него бегаем. К стенке бежим. Облизываем стенку. Не может быть вечной. Кара, аккуратно. Так, кары, выбежи, мили. Сейчас заберу. Хильт танк. Ты меня хильт. Блин, зачем забираешь? Кары, аккуратно. Не забирай босса, потряси. Ты видишь, что на тебе уже 4 стака? Зачем ты таунишь, что ли? Вот, я таун даю, и он опять на тебе. Кара в мире. Ой, зашли быстрее. Пропала, блядь. Я налетел, встали. Падаю то, что должен. Я делаю то, что должен. Что, не видите каст или что? Да нихуя, никто не видит.
Я говорю, заходим на середине кассы, не под конец кассы, не в начале. Посередине кассы заходите и все. И бегаете внутри вот этого портальчика. Да зашли, блядь, он там был. Так в другой зайдите. Так правильно, было. Я комкировался и не успел уже, блядь. Вы ломитесь всей толпой в один портал. Ну так он рядом был. Поэтому я вам и говорю, вы перед пулом встаньте все вокруг босса. Вы вот не слышите меня с пула уже. Я же вам сказал, вокруг босса встаньте. Нет, лучше встать в одной точке всей толпе. Кара упала, отбежали, вернулись обратно. Очень сложно. Но звезды специально разбивают так, чтобы они квадратом были, а не все в одной точке. Вы что думаете, он просто так их убивает? Я думаю, что вот когда последняя кара, ой нет, последний суровый, когда они все умерли, мне кажется, у них дырка закрылась. Закрылась, не могут они. Им просто, может, созвездие в дырку зашло и закрыло, они поэтому не зашли. Ну там, по сути, нет этих вины. Ну да, бывает... Страшно. Ну это если за пол на первый заходить. На первый как умер. За полсекунды до каста, блин. А на первый дико. Блин. Ну от кары умирать это уже. Это уже совсем. Милики, я вам на первом трае сказал, не стойте внутри босса. Держите ренджу. Вы не видите у него фрейм большой, что ли? Потому что кара появляется прямо под боссом. Она может быть в танке появиться. Там и так всякая параша светится. Вы кару просто не видите. Да ладно, я вижу, я вам говорю. Быстрее идем, бахаемся. Юля, что-то больно, походу, вообще моряк очень дальнего плавания. Ай, мне кажется, ему уже просто неинтересно играть, так-то он бывает онлайн, да не. С компа. Только сейчас с Новым годом сообщение увидел. Угу. С Новым годом только сейчас сообщение увидел. Я поняла, просто концертное. Угу. Извините, скоро нас понишок. Не на мне, к сожалению. Да? Ну, конечно. Чё, пойду за Бонаку замуж. За кого? Кого? За Кулерса? Да, за Кулерса. Очень похоже Кулерса и Бонаку. А? Каноба. Тьфу, сплюнь, дурак, за Кулерса. Не дай бог никогда. За Каноба и в Италию. Хант, если ты включаешь вот этот дух стаи, ты его хотя бы выключай. Либо включай, он тут не нужен. Иду за этого, как его? Блин. За Никуса. Как его? Не, за Никуса. Не за Никуса. Нет, за этого. Ну как этот дурачок Dark Stars AGM? Как его звать? Ааа, дурачок. Переневала, пойду. Не бог. За самогона еще можешь, что ж неплохо говорят. У нас есть паренек один, Изик. Такой себе. Короче, поехали. Ваши действия нелогичны. Все возможности просчитаны. Помолимся еще. Пантеон получит сообщение. Давай, Геру, понеслась, просто отдали. Милики, прямо вот на краю фрейма стойте, не внутри босса, а на краю, и вы увидите, где кара падает. Можете вокруг встать. Милики, я бы отошел от звезды. Кара.
РД вот рядышком с вами, звезда, сейчас взорвется. Даже ДБ вам пишет, успехи у звезды, мало здоровья. Рома, аккуратно, под мелизоном. Не убейте звезду. Мелики больные, ауешек. Изи. Забирай. Скоро сурово будет. Пара. Медли. Жмите, не тупите, смотрите за карой. Отбежали все к этим порталам, быстрее, быстрее. Зашли, зашли в него, зашли в него. К стенке сразу. Облизывайте стенку. Успеть. Кара. Ну. Красавцы. Тихо. Кара, мили. Да что за хуйня? Выключи проветку. Бля, ёбаный ты цирк, бля. Я просто жму таунт и все, пустую. Что может в таунте лагать? Забери эти живые созвездия. Только боссом забери. Танки отхиливайте. Ну вы чё? Я делаю то, что Берн, дайте быстрее, быстрее. Друиды. Я делаю то, что Медикара. Зашли в черный портал. Быстрее, 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 зашли. К стенке сразу. Выживите хотя бы те, кто есть. В центр все. Сейчас войско вызвал. Должен тащить. Кара. Аккуратно. Я курица провалилась. Добивайте. Молодец. Больше босс. Домашки, домашки, домашки. Вообще просто хуже. Кара, РДД, отойдите. Всех лагает? Да. БР на тебе протопал, у кого друиды БР есть? Срочно. Мой КД. Велина, если можешь, лестник отвезти. Сейчас 4 уже. Мамочки, я сейчас умру. Да или не добежали. Ну слышишь, мне кажется, если бы пинга не было, то можно было бы что-нибудь слезы сделать. Слезы можно было бы сделать, да. Да, можно. Критическая масса. Короче, я случайно совершенно завела 3 звезды. Они висели на мне, танки с меня их не забирают. Я психанула, завела их в лужу, короче. Она, естественно, лужа закрылась, но все 3 звезды в одной луже. Мать Ульдуара сделала вам ачиву и запорола слезы. Слышь, слезы там на суровом минус 10 было. Запорола. Не, ну забирайте. Я тебя просто убиваю. Все время я оставался холодным. Да все нормально, я же шучу, что ты начинаешь? Три пизды получишь, блядь, нахер. А сейчас сложное ачиво, да, периодическое? Все слышали, да, угроза? Сейчас мы сделали, несложно. Не, ну на самом деле, если стараться, да, бывают косяки, люди совершенно не то делают. Сейчас пропадет бой, сейчас он наговорится с нами. Киньте бой, утоните кто-то сундук.
Нет, там же РЛ должен, да? А что, все, да, что тогда, когда идеально? Нет, ты что, Лёва, тут еще боссов 35 штук. Имел голос такой. Лёва, да, взрослый и хороший мужик. Не могу полагаться. Какой голос? О, Галона. Сил, чтобы передать сигнал. Я думала, у Лёвы. Источник энергии. Самое топовое поздравление. Ну да. Кто тебе? Пус. Пусть моя. Он мне тогда на офис сделал это звание директор кисель. А что с этой шляпой делать? Он дал наблюдатель. Проказник, я тебя понял, иди. Ну давай быстрее договаривай там, лут хотим. Вау. Ну что такое альфа? Давайте вот эту херню паролим. А это вообще что дает? А квест, по-моему, какой-то. Там шмотка в Долоране остается. Плащ какой-то 237, по-моему. В этом точно. Башка кольчуга. Жрица тебе. Вот эту хрень рульте на посланник не идет. А, нет, идет. 1039 идет. Посланник они. Или какой-то. А, это 25-ка же. Это. Ребят, а кто это? Голову забрал. Скажите, пожалуйста, я цакерша прошла к Кантовская, которая на транс. Жрис ЦПД. Чё? Понятно. Тихо-тихо, нахер, блин. Второй день мне шмотки вводит. Как скажешь. Чё ты я прошу там тебя. Кликаешь, а? Это закрой свой рот. Дай мне голову, анимал. Ну, редко шаманом играешь. Тут какой-то сад ботанический есть, да, типа того? А ты где ходишь? Кологарна, дальше? Просто еще одна шмотка и будет фулл сет. Вот башки мне краснят. Animal это вообще уникум. Он вчера нам целый день доказывал, что Аркон это не его друид. А сегодня знаю, сам скажет. Да он просто не умеет прятаться. Вот и все. Никто не знает, что у меня твины в дарках есть, твины в кнутах есть. Никто не знает, что ты скорен. Ты где там? Давай, Фрейд. Да? Я не скорен, я что, петух? А, вот это. Вот все думают, что Махит крутой тип, он не скорен. А. И вы не все знаете. Любой косяк в рейде и бан на 240. Женя. А, чё? Я просто бан прописывал. А. Так. Давайте ребаф. У кого-то танк есть? Да, у меня. Как если? Короче, тут такое дело. Танки по одному стаку. Спасибо. Мне с пула кидаете каплю. Кто-нибудь. Тело никто не бьет, все играют только по рукам, никакого АУЕ, все стоят вот. И потом... какую ачивку мы получим? Какую-то обезоружен, по-моему. Обезоружен, она идет на ачиву, слава рейдер Рулгар, 25 игроков на маунта. Так, и каски теперь гидролпо дает. Да, играйте по рукам. Смотрите, я буду называть руку. Допустим, правая рука. Это значит не правая для нас, а правая именно называется, которая правая рука. Которая написана, да. Да.
чтобы вы не путались. Сейчас я быть наоборот не могу. Дрова по каске по рейду. Кстати, еще ни одного этого не упало, осколка. Ну, потому что Эрл не очень. Вот. Может, ты их себе там ныкаешь, а? Я прописываю. Чем мне их ныкать? Я уже себе грань прописал. Слышишь, Женек, а есть какой-нибудь типсон на нашем серве, у которого 12к ачивок сделано все? Недоступно, ребята, 12к. Я знаю, у кого есть. Первые РВ почти все за альянсом, почти все ачивы. Нет, на альянсе один охотник есть, охотница, Софиник. У нее почти все ачивы, там одной или двух не хватает. Нет, ребята, я же говорю, 12 нереально. Там раньше было 11655, что ли, или сколько. Сейчас прибавили. Сейчас вот открыли много ачив в Ульде. Еще какие-то ачивы стали доступны. 12 у нас просто нет. Там ни у кого нет. У Морха фул, у Оскорбинки. Сейчас, да. Бахну. У кого фул? У Оскорбинки. Оскорбинка, да. Морх лок какой-то. Оскорбинка просто этот багер. У меня же пожарный вместе с ним был, он меня катал на этих на пушках. Я хотел его сдать, а потом понял, что на скрине это меня видно. Не стал. Го убить, ребята, ну я жду, пока на Ретрик бафнет каски. Я сейчас еще буду предбисовых пацанов учить бафать. Стой, а кто ливнул? Проказник. Хмара, а тебя кто просил в танк спекаться? По-моему, я тебе ничего не сказал. Ну, наверное, обратно, если я тебя не просил. Слышь, Махит, ты в курсе, что за подзатыльник какой когда? Пиздец. Ну, вот я... Он типа, если какая-то рука живая, то он им бьет, а если нет рук, то он им не бьет. Сейчас зайдет. Махит, какая моя задача в танке? Смотри, первый танч я, на мне вешается стак. Потом Катрисия, на него вешается стак. Потом ты. С меня спадает, я забираю себя, короче, по кругу. Не забывайте дефаться. Прилетает тут. Прям будь здоров. Вот КД бы знаешь он... его. Меня обычно с полу шотит. О, кстати, Локи, дайте мне СС кто-нибудь, на всякий случай. А, и ХП ЛК плюс пула дашь? Мастер. Сейчас, она еще не зашла. Попробую сейчас на него записать. Тайминг узнаю. Блин, у меня интернет потом... что ли? Потом раз, и Мохито в Ютубе набрал 1 000 000 просмотров. До сих пор есть Мохитины видосы. Наши посланники, наш первый посланник. Такие времена хорошие были, да, Мохито? У меня и посланник, и пожарный первый. А когда мы этого... Про товар. Как его звали? Варта был. Фир, ой, блядь, не Фирин. Эльчин, я забыл, какой у них. А, Эндорфин, во. Когда он 10 раз ходил, там вайпался, мы пошли с одного рейда, все сделали. Так, у нас проблемка. У нас холипал отпал. Ну, сейчас зайдет. Да, у нее этот телефонный интернет, это, по-моему, трафик кончился. Давай посмотрим. Так, 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 так. Конечно, вы там, наверное, сутками сидите там в скайпе. Вот трафик кончается. Нет.
Угу, угу. Что-то я уже сбилась, если честно, со счету, какая у тебя невеста? У меня нет невесты. Даже не запоминаю их ники и не знакомлюсь. У нормальных пацанов две невесты. Нормальных пацанов все чистенько. Правая и левая. Одна канок, другая Никус, да? Давайте подождем чуть-чуть. Может зайдет. Но я писал, у него 4 гига было. Давай я в Аршаму спекнусь и начнем. Ну, а давайте в 3 Аршамы. Давайте сразу в 5 Аршам и все. Давайте я сейчас тоже на Аршаму зайду, как вчера. Там Геру и мы затащим. Че, нет, ни у кого хапало? А хочешь прикол? Ты дал Геру и тебя сбрило сразу. Нет, я сначала умер, потом встал и дал Геру. Я же не тупой. Ну так и надо, Геру давай. Я же ждал, пока все 10 стаков подержат. Ты спекнулся? Дайте ему пожрать что-нибудь. И наш заберите. Ты спекнулся? Растрикс. Как мы бьем? Просто бьем, похуй? Нет, вы просто в руки играете. Без АВЕ. Тело вообще никто не бьет. Ничем. Даже не смотрите на него. У него волосатые сиськи. Ты знаешь, как сделаем? Если она не зайдет, хер с ним, с Холли Паулом, мы просто Максима спекнем ДЦ и будем хилить Аршам, ДЦ и Эрдру. Здесь вполне достаточно 3 хилов. А, и у нас же еще один Аршам. Это 2 Аршама. Кокс. Кстати, слышь, что? Да, давай спекни сейчас Максима в ДЦ, а я в Элема обратно. Да, лучше так. Я забыл. Макс, спекайся. Он скажет, как ты мне надоела, твиночка. Этим зайди, тем подамажь, этим похиль, спекнись туда. Муж возьми. Максимка, я все отработаю. Отработаешь? Буду картошку копать у него. Нет, летом. Макс, соглашайся. Блин, он в шапе стоит, он меня не слышит. Да, походу. За мужеством мне тоже, походу, про это прилетело. Наорите ему в ухо. Зима. Ой, зима, говорю. Бонаква. Набрал себя из таргета, может тут. Макс. Или попробуй с ним ласково. Максим, ты сейчас спекайся. Пожалуйста. Смотри. Максим, вообще-то я тебе обещала сиськи в скайпе, но так как ты афрокашил, то отменяется. А я не афрокашу. А вам никто не обещал. А я помню, как я у льду танчил. Да, было дело. Всем привет, я Максим. Так, короче. У меня Локи помер, дед Максим. Все готовы? Ладно, залейте ему. Точку прыгни. Кенджи. Сейчас будет весело. Так. Кокс, дай мне каплю. Прям сейчас. Кидай. Где там сейчас, секунду, дайте в таргет возьми. Ооо, я сейчас понесусь. Все, да, быстрее, понеслась. Сейчас будет жестко. Босса никто не бьет. Никто не бьет босса. Танк. Сука. Все нормально, как 30 держи. Все, я сейчас я заберу. Дайте каску мне, приставав. Потом я забираю, нет? Сейчас я заберу, но мне пока деф пройдет. Вот теперь ты заберешь. Играйте в руку. Скажи, когда забирать. Право. Забирай. Право играйте. И теперь влево. Влево быстрее. Все. Точно. Великие обломки заливайте. Так. Катрися, я просто все заберу. Больше влево.
не в жизнь. Силы расхиливайте прямо танка. Сейчас. Ну блин. Все, меня хилите. Я бы не сдох. Сейчас рука отрастет, сразу лук уйдет. Скажешь, когда забрать после тебя. О, нормально, капелька зашла. В руку, право, быстрее влились. Тело не бейте. Да ее просто. Дефаться нечем. Больше по руке. Больше по руке, по правой. По левой. В левую играйте, тело не бейте. Берите по обломкам. Я заберу. Кто еще? Забрал. Не нахитрь. Хруст доспеха будет, но не заберешь. Больше в руку. Забирай. Играйте в обломку, нет. Сейчас рука отрастет. Тело никто не бьет. Вообще никакого дамага. Танки тоже не дамажат. В руку играйте. В руку. Никто не бьет тело. Никто. Играйте только в руку. Сейчас забью. Так, отлично, держи. Добивайте быстрее руку. Рыда. Великий, не уешься. В левую руку играйте. Великий. Не успеем. Успевайте, старайтесь. Бейте, хотите. Хорошо по руке. Господи, дайте Геру. Ага, рикошетницу надо. Потом отпадет. Забери босс. Танки. Лудины. Где боссы? Изи. Делали. Поднимите рейд. Думал, я помру. Запитник отправит 90 тысяч. Все, ёбды, да? Да. А че вы действительно багнули? По тебе, короче. Тебе пришел 39 тысяч. Дим, Макс, роль, для чего я тебя в ульту взяла? Под столом сидеть. Макс, сука, мудак. О. Все, давай булки в карман клади. А тебе там наши маны, это зачем? Это же не щит. О, а я что, не ношу разве в хэнды? Не щит. Нет, это не надо. Ты щиты только носишь. Ну вот. Вот мы и выяснили, с чем ходят аршабы. Я, скорее всего, буду продавать шманы. Во-первых, мне не очень нравится им играть. Во-вторых, мало удовольствия тральчиху бегать. Алик в курсе. Это кто? Олег не в курсе, но я потом куплю ему что-нибудь. Олег в курсе. Олег всего две шмотки забрал. Я в ДД спекнулся. Ой, плечи. Сивы. Самые четкие плечи, вообще самый четкий трансмут из кожаных. Вот для меня, по крайней мере. Кожаные ублюдки. Вообще из всех сетов, наверное, даже тканевых, там, кольчужных, вот один из самых красивых, брутальный. Походу где-то интернет кончился. Это плохо. Да, ну это самое, правда, крутое. Я бы вот... Друидом его носила, но я, к сожалению, собрала такую коричневую. 25-ки нет у меня.
Нет, я ничего не делаю. Нет, это вообще... Кокс, ты понимаешь, что тут люди первый раз? И я не буду эту ачиву сейчас рыли. Я вчера заебался с собой Тафи. Или как она там? Вы чё, пацаны, ластовая ачива? Во-первых, тут два протопала надо. Кто будет косты сбивать? У нас всего два приста. Нет, кошатница не сложнее на самом деле. На 9 жизней нужно, чтобы люди знали тактику. Я ее не знаю, это уже плохо. Нет, я бы рассказала, я все помогу, все расскажу на каждого босса, на каждую ачиву. Просто очень хочется безумную кошатницу. Если сейчас я ее залутаю, я протодракона в железной броне получу. Покатаешь? Покатаю, да. Так. Что кошатницу там и только мелких собрать и босса вливаться. 9? Да, смотрите. Ну я так быстренько, ладно, Мохит? Ничего, что я влезла. Короче, смотрите, 3 танка. Ой, она идет, сейчас отойду, потом подойду, покажу, где будут стоять танки. БДК на боссе, 2 протопаладина на трэше. У нас же есть 2 протопаладина. Есть. Нема. А, ну вот. 2 протопаладина забирают по 2 киски. БДК, естественно, сидит на боссе, сбивает ей все косты. Ну, это понятно, тебе ничего объяснять не надо. Антифир нужно будет раскидать. Сколько у нас пристов? Там сам назначишь, какой прист какому танку кидает. Ребят, смотрите, предположим, я и еще там кто-нибудь, какой-то один хил, будут стоять вот здесь. Дай метку любую на меня. Здесь вот. Ай-яй-яй. Вот здесь стою, предположим, я, да, Иршам, еще какой-нибудь там приз, ну пусть там Максим, ДЦ, неважно. 2 танка стоят вот здесь, 1 танк стоит вот здесь, 2 танк стоит вот здесь. То есть они стоят друг от дружки подальше, ну, примерно на таком расстоянии. Хилы их захиливают. Для чего они тут стоят? Если они будут стоять ближе к рейду, кошки будут на нас прыгать и наносить урон. То есть кого-то, мало ли, кого-то ваншотнет. Весь остальной рейд стоит вот здесь, где сейчас трусы. То есть я показала всем. Вместе, например, с Эрдру, да, и кто там? И с Эршамой. То есть вот здесь стоят РДД, Эршам, Эрдру. Здесь стоит, предположим, Эршам, ДЦ. Здесь стоит первый протопаладин, здесь стоит второй протопаладин. А, смотрите, всем нужно стоять вместе, чтобы урон проходил по всем одновременно. Обязательно. То есть не надо стоять где-то ближе к лестнице. Не надо. Вот просто все стоите меточки, там на кого-то меточку, может быть, на РДД поставить, чтобы полегче было. Единственное, чего мы можем умереть, дикий защитник. Сначала босс пускает луч фиолетовый такой, как иссушение разума, только он такой искаженный, кривой. Он кидает его в землю, и через 2 секунды появляется дикий защитник. Одному из паладинов нужно дать ему стан. То есть вы там прописываете слэш дикий защитник, или как там макросы дать, не знаю. В общем, ему нужно очень быстро дать стан, чтобы он просто не повырезал тряпочек. Мало ли что. Я не знаю, там может помогут нам кто-то сверху, и мы сможем без смерти сделать. Поэтому, пожалуйста, увидели рядом с собой фиолетовый луч, отбежали. Я не знаю, предположим, луч ударил вот сюда, где сейчас трусы. Вам нужно отбежать не очень далеко, отбежали вот сюда, все, встали, стоим дальше, дамажем. Смотрите, как только защитнику дают стан, все с босса свечатся в этого защитника. Иначе он будет прыгать и вырезать рейд. А если он будет прыгать на РДД, это 100% ваншот. Вот 100%. Особенно вот первым ДЦ вырежут, потом РДДшников, магов, локов и так далее. То есть как только дали стан, быстренько свечнули защитника, добили защитника и переключились обратно в босса. Все это, естественно, делается под ростом, потому что урон у нее и какой. Ну, ничего сложного Юля, вообще. По антифирам главное. Тактику как это, как скороговорку. Думаешь, они тебя поняли? Блин, ну что кому непонятно? Вы скажите, я все объясню. Короче, смотри. 2 протопала внизу тусуются и все, и хил какой-то с ними. Остальные все наверху стоят. А все спрятаться в протопала? Да, ты внизу будешь с Катрищей. Все, все, весь рейд стоит в трусах. И все. И просто бьет босса. Первый антифир на меня кинет Дундон. Второй на меня кинет... Не-не-не-не-не. Смотри, танков тоже будет фирять. Это надо на 2 протопаладинов антифир. Я поставлю тотем трепета, 2 шаман тоже и 3 шаман тоже. Тотем и трепета в каждой пати. Нужно на протопаладинов обязательно. Потому что когда мы будем бегать в фире... Подожди. Я сначала тебя танком кину. Бьем, конечно, бьем.
дали стан сразу в защитника, чтобы он не прыгал по нам. И еще, смотри, в трусах-то не стойте, я ж буду танков внизу там хилить. Или поставь туда берги, или как его... Как... Хиль, паладина. Берги, тут постоишь, ладно, похилишь двух танков. Вот здесь, где сейчас трусы стоят. А я пойду рейд хилить. Они на тебя тоже будут прыгать, возможно. Ты не бойся, он схватит тебя за жопу и отпустит, там танки там вот кинут. Короче, так, Дон, на меня антифир, Манюша, на Полококса, Изи, на Катрич. Думаю, фуру там знают, как газ бить. Даже под фиром. Это только не бейте, там масса и так далее, потому что мало ли кошки на нас начнут прыгать. Паладинам очень сложно держать, то есть сложно, если вы бить будете. Рост, я сама дам, как распрокаетесь. Сейчас как распрокаемся, нас забанят. Боже, как вы играете? Я вообще в шоке. По меткам только пуги ходят. Что там, готовы? Нет, паладины? А что делаем? Просто... Ну-ка, шарницу. Прессы раздали антифир. Нет, забудьте карту. Быстрее, то еще круг придется дать. Сделала. Эвелина, Кокс. Эвелина, все, палы вниз вместе с Берги, остальные все наверх, встали в трусы, трусы все встали бегом. Рома, антифир, кинь меня быстрее. Как босса бьем. Хекс, алло. Если что, смотри, сразу газ бывает. Идите шаману хилить. Каст, отлично. Встали все. Кто все? Умерла. Дикий мой. Это пауз. Да, бежим. Забери дикого. Стан. Дикий. Добивайте босса. Каз бить. Добьем, да. Блина, будем примерно... вниз сюда спускаться и да, хилить. Ну... Нет, шаман нормально хилит, просто я не знаю, там Макс хилил с ним, не хилил. А чё вы вот этих четырёх кошек не убьёте? Ну вам зачем? А чего такая? Ребята, смотрите, да-да-да, безумная кошатница, смотрите танки. На вас висят антифиры, то есть первый эфир, вас босс не фиряет. В этот момент шаман бегает, естественно, в фире. И вас не хилит, поэтому, пожалуйста, вот именно в момент фира, когда все бегают в фире, вот тогда вы прожимаетесь. Я вижу, как ему тяжело хилить. Прям вижу, как вы просаживаетесь. Давайте еще, ну я не знаю, Макс, ты где стоял? В рейде? Макс? Ага, вот надо бы, наверное, может быть, тогда Максима и шамана туда, пусть айда стоят, а мы с Кисиком на рейде посидим. Бежать сейчас. Вообще почти не надо хилить. Че? Из вестибюля опять бежать? Нет, обвалившаяся галерея. Спасибо. А ты че, бесконечка сегодня? Да, я уже с Нового года в завязи вообще. О, какой ты молодец. Хватит гулять. Да, ребят, там тотем и трепета, я сама даже не поставила, что-то быстро так согрета.
Ну ты Кисик. Кисик. Максим, вставайте, я разрезну. А кто там еще спит? Бокс, тебя постоянно звать в РК? Я тебя одного только зову. Значит, можно. Можно. Кстати, знаете, пришла, кстати, я тут. Там, по-моему, никто от защитника даже не умер. Не оперативно, молодцы. То есть обычно все-таки защитник выходит, кого-то одного убивает. Там разные девки есть, опять-таки, вот там приз может прожать уход в тень, потому что вот как только луч начался, он сразу жмет уход в тень, там маг, глыбу и так далее. По 5 без сопрота можно? Хантам. А ты тут? Угу. Меня. Да-да.